что она уже полборда сломала. Но когда нежить стоит закрыта полностью, да, она очень сильная. Ясненько. Понятненько. Ясненько, понятненько. Тасик у нас пойдет, плюс Акс с козой. Дальше будем думать. Сэмку рано подбирать. Уа! Раздевался что-то. Я тоже считаю, что Луна по итогу получается прям какой-то перебафанный персонаж. Есть, конечно, барды, которые с ней справляются. Хочу лезть вот так. Так, ну зверей я точно оставляю. Хочу ли я взять троллей? У меня есть 4 голды, я могу выкупить либо троллей, либо пилу. Хм. Ну, мне тоже кажется, что Луна выглядит как двухголдовый персонаж, а не одноголдовый. Хотя Т1 и Т2 она слабенькая. Он верит ли в сказку про мехов? Спасибо за фоллоу. Верит ли в сказку про меха? Что, без разницы, что я тут ставлю? Пускай будут тролли на это. Так, но вектор драться мы уже себе нашли. Другой вопрос, в чем мы это хотим делать? Так, нам кусочек найта зашел, но на нем мы особенно медас не пофармим. Это из проблем. Все предметы хороши. И чейнмейл для... Короче, надо по персонажам подумать. Погнали. Просто весь дэмэдж тебя, дружище. Как взять вайпера и козу? Никак. Акс отдать с кем? Тасика не готов отдавать. Просто коза мне и так зайдет, да? Тинкера я могу протащить. Вайпер, третий дракон, если зайдет. Он неплох. Штопку вайпера. Просто тинкер возьму, окей. Вары под богами часто бесит. Джаггер с мантой все просто от этой фигня. Не так страшно. Не так страшно. Есть ли какой-то баф, который я могу закрыть? Варлока, да? Но ничего нету. Орков потом можно будет закрыть, да, вместо вот этого. Погнали. Верно, берем. Тинкер у нас все равно опыта не хочет. Кожанчик, давай как-нибудь прикроем нашего товарища. Он нам как-никак деньги за... 3 монеты за первый раунд, и я это пропустил. Красавчик на хаосе. Нам нужен новый хаос. Нам нужен новый фармила.
Надо за пандой следить, что я павкал с полным столом. Он мог проорать, а я мог скипнуть. У меня в наушниках музыка орёт, так что хрен заметишь. Бла-б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 ла. Нет? Варлок пришел. А какой варлок? Ах, какой варлок. Тролли СФ. Без найтов получается. А мог ли кого-то сильнее поставить? Не думаю. Две голды найдем. Похоже, драконы отлетают, да? Но это не точно. Аксфе не отдам. Драконов тоже жалко. Тасик тоже жалко. Одного дракона могу, да? Побеждаем. Одного дракона отдаем. Все хорошо. Все, найс. Айс из найс. СФчик, сколько денег? Одну монетку. Хаос! Три набивал. Три за раунд. А ты одну. Ты в своем уме? Панда, пора что-то принести. Такое прям вот, что перевернет мой стол с ног на голову. На голову. Кого там несешь? Перевернул с ног на голову. Две пилы. Две пилы вектор. Че можем воткнуть? Только что-то вместо троллей нежить, например. Даст ли мне это что-то? Драконов не могу. Тыкать что-то надо. Как минимум пилу. Вторую пилу брать. Пролезет ли визаж? Надо его протаскивать. Дазл. Две голды принес пан. Но две голды плюс СФ, да, что-то несет. Второй хаос. Здесь мы проигрываем. Я думаю, что мне моих троллей не хватит. Плюс СФ с выключенными демонами. Просто. А, вот как фармить над голду. Ну, в принципе, да, так можно. Так можно. СФ. Эта цель тебе не по зубам. Просто 60% здоровья СФ сняты одной тычкой. Одной тычкой. Ну давай. Коза, нежить, снайт. Что-то из этого есть, как усиление стола? Тасик плюс это вместо троллей. Мне уже не нравится этот парень, его надо отдавать. Козу из трех собрать. Плюс тасик поставить. Минус варлоки. Зачем минус варлоки? Минус пила. Иди нафиг. Тебя продадим в эко. Нет, не тебя, Тоника. СФ. Ух ты, СФ. Ну давай хоть теперь. Молодец. Молодец. Денег дофига, но стол очень слабый. Денег дофигищ. Пила вроде тоже не идет. Хумов взять, нежить, найтов. Сколько СФ денег отбил? 2 из 6? Очень мало. Панга должен стоить 4 голды? Да вроде нормально. Веничек. Хорошо. Хорошо. Хорошечно. У меня ничего лучше нету. Вообще ничего лучше нету. То есть ни зверя не закрою, ни... ничего. Взять ли дракона? Взять ли бога? Ой-ой-ой, как сейчас больно будет, без сумона. Хорошо, пойдет. Правда, ак загрет, и коза, наверное, ничего не даст. Вот у Юсефа есть возможность тут подфармить чуть-чуть. Только не Марса, пожалуйста. Плюс один, хорошо. Пилу вместо таска. Не думаю, что это сильный баф. Опа. Опа.
Сев стоит 6 монет, плюс еще 4. В целом я бы мог выйти, но Сефа пока подержу, да? Надо купить Клокворка. Норм. Ну, этим дефаю. Звери. Варлоки. На next выставим Тасик еще. Возможно, Акса вместо вот этого парня. Он нам уже принес Дазла, показал, что ничего нести не хочет. Окей. Выход в Дизоль, вот это вот сейчас будет сильнее. Есть выход в Дизоль, есть... Короче. Раз, два, три. Все, нафармились на нем. Пять, шесть. Ой, победить бы. Севчик Джевелин. Это выход Дизоль, но мне нравится. Мне нравится вот так вот. Мне нравится вот так вот. Выход в БФчик. Ну тоже, но такое. Молнии ближе. Так, мы побеждаем, если то выходим в эко. Норм. Парень отработал, несите нового. Один оф веничек, и я готов забанить Акиров. И все будет в порядке. Сколько же у меня денег? 75. Хотя у ребят 83. Нормально себя чувствуете? Я тут Мидас обузю, как король. Вы тоже, наверное, обузите, да? Тут же тоже хаос был с Мидасом. Берлина с Мидасом. Да, а здесь что? Здесь тоже Мидас. А, ну вы, видимо, более царское его будете, чем я. Понял, принял. Еще пару роллов нажать не ошибка, но я в 50 эко. Но закрыть Джаггера Акса, это прям было бы сильно. Алхимчит успел нафармить? Нет. Джаггер Акс, Джаггер Акс, Джаггер Акс. Его попробуем так, может было еще этих местами поменять. Это вообще не имеет права нас побеждать. Ой, насколько ж тут нас сильнее. Чем мне поможет с этим? Т2 лоник. Поможет только удача. Только удача. Орки. Алхимик что-то нафармил, одну голду. Не, парень, ты точно собираешься. И ты точно собираешься. И тут байт еще жесткий подъехал. Я думаю, Джаггер может что-то нафармить. Вот это вот жесткий байт. Не знаю, есть ли у меня против этого шансы. Лучше ли были варлоки. Хз. Вроде орки, воины, звери. Должно кромсать на это, но... Я надеялся веника найти Т2.
Как видите, не зашло. Ну, не зря красный стрик. Самое обидное, что это еще Лития будет играть. Ау! Не знаю, зачем я это делаю. Есть у меня дизраптор в куле шестерках, и могу ли я поиграть? На чем? Не, мне не нравится. Шестиорк, макака. Не, звучит ужасно. Нужен варлок какой-то, либо хумы. О, молния. О, арканы. Нужен пангольер. Кстати, дизми сакир прям сейчас, да? Да. Ну, Джага, как-то так. Нужен варлок. Нужен варлок. Умов я же не закрою, варлоки уже будут что-то, да? Да. Минус дракон. Тут можно обойтись разором. Да, если что, аксом. И с плюс у меня, да ничего сильно не поменялось. Джаггер меньше фокусит как-то. Варлоки появились. Если мы стрик собьем, то это был самый лучший левелап в моей жизни. Убей ее, убей, убей! Веничек, давай, давай! Ставь вард! Ставь, мой красавец! Ой, песня какая! Ловим бабки. Вот это сейчас было просто песня. Я чуть паролиться хочу. ЛД, окей. Да нет шансов, что это выставлю. Не заниматься ерундой. Идти усиливать стол. Я могу закрыть с пангольером 600. Что мне делать? Восьмой выходить? Воина у меня и так закрыт. И тасик слабее, чем ЛД. Просто левел крутим. Здорово, пакет с пакетами. Тут сок начался прям. Пангольер. И поехали. Я, наверное, хумах уже не постою так-то. Если такой сильный в пекло хумов. Оу май! Пекло тасика. Это пока оставляем. На крипов, возможно, даже вот этого парня поставим. Да, у нас такой сильный дев, что убрать одного зверя будет не ошибкой. Варлока убрать, да? Кстати, варлока уберем и все. А у меня из варлоков энигма есть, да? Варлока никакого собирать не буду. Джаггер, 5 монет, мало. Пангольер, это у нас 5 зверь. Раз, два, три, четыре, пять. Вот это может меня за... отзверинить жестко. А ну-ка, давай-ка плясать, выходи.
Ну, Дед Мороз, ну, Дед Мороз, ну, Дед Мороз, погоди. Куда, стрик? А Трента, зачем нам Трент? Он не играет, я не протащу его. А Трент хочет поиграть, да? Хочет поиграть, ну пусть поиграет чуть-чуть. Так, сколько у нас? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Окей. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Надо побеждать. Здорово, ежище. Welcome. Оу, yeah! Просто. Пошла жара. Недолго Трент поиграл. Долго Трентик поиграл. То есть Тасик плюс Пангольер. Но я все равно в девятый хочу. А как мне это просунуть? Орков убрать? Джаггер там нафармился. 8 голды, все честно отработал. Вообще орков жалко убирать, да? Там маги есть. И варлоков жалко. Стоп, 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 стоп. Красное колечко у нас есть. Угу. Виталити бустер взять. Красное колечко у нас есть, больше ничего нет. Джаггер, может, вот это пригодится? Легко. Чуть-чуть паролем. Чуть-чуть. Жаль это делать, но придется. Не уверен, что Медуза со мной пойдет, но шанс присутствует. Насколько? 6 фигур. Что-то тут как-то это... Больно было. И без престов. А, с престами почему? I believe I can fly. Па-п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 а
И снег рапнется, как-то могу его выставить? Я думаю, что не стоит ерундой заниматься. Вон, подержим чуть-чуть. Надо выйти в левел, закрыть пангольера, выставить медузу, поставить знак. У него там луна душит. А, это Абаддо. А, вот луна. Давай с одной тычки прям привяжи ее прям. Ой, красавчик. Ой, ракунчик ты мой. А вы спрашиваете, почему еноты? Да потому что они классные. Урхим Барлок. Минус армора, щоп под зверей. Нежить я все равно не выставлю. Может поставить алхима? I'm the brains. And I'm the brawn.
Собака в курьерах в продаже есть за 100 монет. Сейчас посмотрю, есть ли собака в курьерах за 100 монет. Есть пангольер за 300. А что-то еще... За конфеты. Вот собака, да, есть за 100 фестивальная. Так, а вот это проблема. Лоник с этим. Селедка. Сильно выглядит. Наш пангольерщик ничего не сделал, нет? Вру, сделал. Что ты сделал? Ну тут непонятно, кто победит. Второй раз он не скастит. А здесь Лоник два ракуна призывал. Чемпион. Дизоль. Есть дизоль. Надо в левел уже выходить. Ну и покупаю, у меня нет 100 монет. Я же все конфеты 91 только. Я потратил их. Пиво. Ну, надо сделать так и просто паролить одного пангольера. Ну ладно, не получилось паролить пангольера, но пришел дум. Выиграть сегодня до 100 конфет и купить фестивальную собаку? Можно. Так, а у меня собака за апан, у меня собака в 2. Это в 1. Печально. За стрик я поборолся. Хорошо, еще кому-то кучу хп выбил. Т3 селедку ты, чувак, гонишь? У тебя уже есть макак этот... Ой. В 8 уровне. Вот учитесь играть. Читеры. А что там за пёсель-то? О, мы что-то можем за пончики купить. А что ничего полезное за пончики есть? Ничего. Ничего, ничего, ничего. Курьеров тоже никаких купить не можем. А я же могу, да, какие-то ненужных курьеров продать, там расщепить или как это делается. И за это купить. Сейчас точно нужно выраливать. Я уже даже не знаю, в кого веспа хочу. То есть пангольера, конечно, хочу, но я хочу в макаку. Тут дум забайтил меня в него веспа отдать. Это хорошее усиление. Но... Это, черт возьми, далеко. Козичка. Так, мне нужно поискать Лоника, Пангольера. Это надо, дружище, собирать. Давай зайди. Не думаю, что это хорошая идея. А что делать? Дум, конечно, со мной в 3 не пойдет. Надо было дерево заобузить. Коза со мной тоже не идет. Плюс дополнительно либо мясы, либо еще молнии. Дизоль, там чё взять тебе, чё тебе дать? Молнии еще, давай. Надо селедку подбирать. Опа! All right, осидка, хостинг, my stream with one viewer. Спасибо, Мишань. это очень важно для меня. Почему один viewer? Как это произошло? Зашел красиво. Здорово, Мишань. Так, ну против магов у нас поживет панда. Я дальше в левел хочу. Мне нужна макака. Я не умею, как некоторые, вытаскивать макаку в 8 уровне. Он ее вытащил в 8, собрал Т3 лоника. Да ну нафиг. Ты хоть пангольер не заходит, хоть какое-то спокойствие.
Да я 5 минут как вырубил, думал, что АФК. А, я понял. Чё-то ты сегодня коротенько, всё норм? Бам, ну вот оно пришло счастье. Медуза против этого не помогает, Дум не помогает, ничего не помогает. И Пангарьера-то не убивает. Хороший билд, рабочий. Да хоть Вакира с этими Думами реролься. Блин, ну козу собрать в 3... Такая себе затея, да? Хотя когда я найду эту макаку? Коза мне еще может хп подсейвить. Ну ладно. Ладно, уговорили. Может, ему панда принесла? Мы тоже для этого брали панду, но нам почему-то панда не принесла. Мишаня вон на 8-м-то дома макака. Да, я видел, как Мишаня собрал 2 Т1 макаки, потом продал их, типа, ну ладно, они мешаются. Нормально, да? Мишаня 2 Т1 макаки могут мешаться на борде. Жаль. Мне в 10 надо выходить. Серьезно, в каждом роли подумаю. Если что, у меня 2... Ах, пекло. Может, Вакира надо было реролиться? На Думах? Здравствуй, маг. Не, ну тут, конечно, ты на лице не хочешь стоять. Я не хочу, чтобы у меня на лице стоял. Переехать я боюсь, что не успею до конца, да? Но хоть что-то перевезем. Успел. Молодец. Не идеально расставился. От мага плохо зато, да? Это как плохо? Зависит от того, что сделает товарищ. Угу. Товарищ-то, конечно, старался. Но 15 лицо мы получили. А Кир 6 зверь тоже неплохо. Ну да, но не на Думах это хочется делать. Не на Думах. А на чем мы это будем делать? На собаках ты один. Такой себе план. Есть у нас тайт в пуле? Есть. Маг вылетел? Да. Значит, медуза нам... Ну как, медуза мне против зверей может понадобиться, против найтов. Наги мне не нужны. Хорошо. Хорошо. Соберем, значит, у нас есть план. Макака, наверное, даже может вот увер этого, плюс монг. План на победку. Угу. Ну да, чё нет-то. 10 макак вырылит сейчас. А мы типа не ролились. Хочу пару роллов хотя бы собаку в лоника нажать, да? Не будет лишним. Я все равно буду райт-кликом крутить потом. Ладно, нет так нет. О май! Конечно, супер молния. Тут думать вообще. Где? Ты где? Постой! Постой, паровоз, не стучите колеса. Это потом все пойдет. Ну не все, но частично пойдет в макаку. Вишенкой на торте. Ты уж собрал ты 2 макаку? Сейчас соберешь. В 10-м без денег. Если буду драться, скорее всего, с тобой. Окей, давай чуть поставимся.
Дум, ты надолго со мной, макаки, я теперь предмет отдам. Здесь боярчик. Да, да. Вот так это именно и произойдет. Моя макака прыгнула ровно под удар его макаки. Жопа. Ну, гоу. Пока живешь, за ко мне зайдет слабый. Усик. Усик тролля. Тролля, да. На next round попытаться все починить. Сейчас жопа какая-то произошла. И Энигма. Может быть, варлоки будут. Может, медуза не будет. Медуза должна просто встать и петь. Пой мне песню, детка. Здесь мы что-нибудь придумаем. Следующий раунд очень важный. Мне нужно за раунд найти макаку, лоник, собаку, все что-нибудь найти, чтобы хоть как-то с ним подраться. Салат вообще полнейший. Там, короче, IQ макаки повыше. Ой, это пангольер повыше моей. Пойдет. Короче, сейчас слабее, но... Опа. Стоп. Мне нужен еще варлок-тролль. Зря дума, получается, отдал. Дружок, еще один. Ой, покромсал. Не вылетели. Будет еще раунд поролиться. Что мне против этого дерьма поможет? Возможно, Тайтхантер, он все это два макака собрал. Разобрать это, попытаться дать что-то макаке, собрать БФчик, не знаю. Скорость атаки мне нужна на макаке. Это твое. Это твое. Хусик тролль вместо вот этого Энигма. Тайтхантер, окей. Один лоник, окей. Без разницы, погнали. Тролля бы нас собрать. Я его сейчас буду скипать по-жесткому. Не успеваю. Я не знаю, макака, сделай какое-нибудь чудо. Там мясы какие-нибудь на. Ну, там просто с БФчиком в 10 раз. Он гребаный, короче, гребаный лакер. Как он вытащил две макаки, одну макаку в 8-м, еще вторую в 9-м, закрыл ее, все изи. Лоников, я 50 голды в 10-м сролил, нет, с забаненными акирами. Нет ни лоников, ничего. Не смог закрыть ни хускаря, ни макаку, ничего. Просто гребаный лакер.